Это «Вести утро», Карачаево-Черкесия, студия Альбина Курачинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. Карачаево-Черкесии облачно, днем с прояснениями, местами осадки в виде дождя, мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 20 метров. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 4, в горах местами минус 1, минус 6. Днем плюс 1, плюс 6, в горах местами до плюс 1. В Черкесске облачно, днем с прояснениями, ночью и утром небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, днем без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 18 метров. Температура воздуха ночью 0 плюс 2, днем плюс 3 плюс 5 градусов. Не только разбираться в компьютерных программах, но и создавать игры на их основе. В республике прошел первый этап презентации результатов проекта «Киберпик». Подробности у Али Баташева. На пастуха Абдуллаха нападают хищники. Он вынужден противостоять им. Больше всего медведи и волки боятся выстрелов из винтовки. Герой сражается с ними на фоне красивых горных пейзажей, созданных воображением автора игры Али Мауртенова из Карачаевска. Он один из выпускников летних IT-курсов проекта «Киберпик» в нашей республике. Изучил язык программирования Python и создал игру на библиотеке Pygame. Какие теперь у тебя планы? Изучить игровой движок Unity и язык программирования C-Sharp, чтобы делать еще больше 3D-игр уже. Грантовый проект «Киберпик» был направлен на то, чтобы молодежь, начиная с первого класса и дальше без возрастного ограничения, могла изучить основы программирования на языке Python и C-Sharp. C-Sharp. В рамках реализации проекта дети в летнее время, во время проведения каникул, посещали летнюю проектную школу и изучали основы языка программирования. Конечным итогом стала реализация их собственных проектов в игровых, которые были реализованы с помощью игрового движка Unity и библиотеки Pygame. Первый этап обучения проходил на базе первой школы Карачаевска, а второй в Черкесске, в центре одаренных детей «Спутник». Дети экспериментировали с различными функциями и элементами игры, создавали уровни, добавляли звуки и анимацию, чтобы придать своим играм оригинальность и уникальность. Результаты лучших разработок юных программистов прошли презентацию на базе центра одаренных детей в Черкесске. Герой суперигры Марио превращается в горца Супер Мурата, питанием которого служат блюда кавказской кухни – хачины, манты и лукумы. Блюда и вооружение меняются в зависимости от уровня прохождения игры, говорит ее автор Ислам Кубанов. Эта игра была сделана с целью привлечения интереса у молодежи к истории и культуре карачаевского языка, так как сейчас мало кто этим интересуется из-за стремительной ассимиляции малых этносов. Я сделал эту игру с целью привлечения обратного интереса к кавказской культуре и надеюсь, что она с этим справится. Есть такие талантливые дети у нас в Карачаево-Черкесской республике, которые могут по IT-технологиям разработать свои программы. В этом случае у них программы на даже родном языке, на родном карачаевском, на родном черкесском. В конце презентации детям были вручены ценные призы и сертификаты. Али Баташев, Ренат Муков, «Вести Карачаево-Черкесия». На этом я прощаюсь с вами. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести» на черкесском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы черкесской редакции. А в 14:30 смотрите «Вести» с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире.